Этим чудеснейшим майским днем я приветствую вас на канале Аленин сад. Сегодня 20 мая, а это значит, что уже почти лето. Очень тепло, солнечно и по-прежнему сухо. Да, одну ночь и день шел дождь, но он не очень-то сильно помог. В Калиновке воды набралось в каких-то бочках половина бочки, а в каких-то на донышке. Нужно будет проверять систему водостоков. И это все не важно на самом деле, потому что я занимаюсь своими садами, огородами не ради коммерческой выгоды, а ради получения душевного удовольствия. А удовольствие это я получаю в любом случае, при любой погоде, конечно же. И в этом видео я хочу вам рассказать, показать свои сады и огороды на сегодняшний день. Сегодня я видео снимаю, монтирую. Интересный вечер мне предстоит. И завтра вы уже его увидите, в воскресенье. Сильно больших изменений не было в течение этой недели. Я только скосила траву. Самое большое женское счастье – это когда бензиновый триммер после зимовки завелся с первого раза. Это очень-очень приятное ощущение. Сейчас пойду косить траву в Калиновке, а потом в Аленином саду. Скосила, и хочу сказать, что после того, как убрала эти грядки, задернила вдоль участка кусты, стало гораздо больше времени уходить на покос. Раньше я здесь довольно быстро справлялась. Ну и за забором я с двух сторон от тропинки покосила. Да, я кашу только с одной стороны, потому что сильно жирно.
людям такой проход выкашивать. Некоторых участков вообще нету никакого покоса перед участками. А у нас обязательство, что мы обязательно должны косить траву перед своим участком. У меня перед участком богатство огромное. Ни у кого такого нет. Так что я иногда экономлю топливо. Все. Покос закончен. Благодаря тому, что триммер себя очень хорошо вел сегодня. Прям молодец. Завтра приеду сюда, продолжу раскапывать, убирать, смыть на этой клумбе. Скорее всего. Потому что здесь этот процесс я закончила, но здесь уже наросли, опять зашли на летние сорнячки, там молочай опять начал, я грязная, стою тут разглагольствую вся в траве. Ничего, в общем, там уже однолетники начали расти, а здесь мне еще нужно сныть и молочай, доубирать. И потом, когда я уже доубираю завтра, я поснимаю для вас все красивенькое, чтобы потом мне не говорили, что у меня бардак страшный. И сниму видео, да, и траву с грибу уберу, и в Калиновке тоже. И буду снимать видео про мой сад в мае. Потому что май как-то незаметно подходит к концу. Всю неделю я с утра до вечера писала книгу про тыкву. И поздравьте меня, первая книга написана из 7. Начало положено. Следующую книгу я буду писать про огород для начинающих городских огородников. Огород в контейнерах будет в основном раскрыта эта тема. И затем я буду писать книгу про природный сад. Это очень две большие, очень важные книги. А остальные книжечки уже, я договорилась, буду писать немножечко попозже, в августе, в сентябре. Они должны быть написаны. Аллилуйя, потому что нужно было, как я вам говорила в прошлом видео, по договорам сделать все до 31 июля. И это просто физически невозможно, и меня это очень сильно угнетало. Я такой человек, который, если договор подписывает или заключает устно, то обязательно я все в срок выполняю. И, соответственно, мне просто невозможно взять сверхобязательства и спокойно жить. Ну, хватит уже болтать, заболтала я вас. Давайте смотреть на уже заходящем солнце, под пение птиц, после покоса травы. Мне здесь очень приятно находиться. И, кстати, на засеянных вот грядках взошла трава, зазеленело все, и мы уже сегодня видим, как это будет. Уже совсем скоро от этих грядок ничего не останется. Теперь это центральное, как прыщ на носу, будет торчать, смущать некоторое время всех. Но я думаю, что я уже ее этим летом смогу убрать. По крайней мере, я буду стараться. И тоже посею траву, чтобы побыстрее уже все это приобрело нормальный вид. И такая большая газонная перспектива получается. Здесь заканчивается край отсыпки. И начинается большой-большой газон. Будет большой-большой газон. И там на фоне будут красивые цветы и деревья, кустарники перед забором и за забором. То есть та картинка, к которой я и стремилась уже несколько лет. Наконец-то она обозначилась. И участок стал казаться таким просторным, большим даже. Интересный эффект. Вот просто убрали грядочки и появился большой газончик. Здесь я приходила как-то утречком и работала, прокопала, почистила эту клумбу. Конечно, сныть до конца среди многолетников убрать невозможно. Особенно вот среди живучки, она плотным ковром, а сныть все равно пролезла. Но
можно просто оборвать листья. В таких условиях сныть ей, знаете ли, тоже не очень-то комфортно живется, я заметила. В остальных местах я, как сейчас вот вижу, как бы хорошо я поработала. Ничего такого противозаконного не выскочило. Все обрезала. Что здесь у меня пиончик? По-моему, он не будет цвести. Ну и ладно. И здесь зацветает примула Зибальда. Но я очень радовалась, что она очень сильно разрослась. Но теперь я смотрю, что это не принесло эффекта пышного цветения. Пока что единичные цветочки. И нужно ее будет рассадить. Она слишком загустилась. И здесь край я еще не перекапывала, не чистила. Поэтому сныти много. Но есть и культурные растения. С этой стороны не копала, ничего не делала. Все так, как и в прошлый раз я вам показывала. Только растения, конечно же, значительно выросли. И начала цвести вот эта великолепная герань, которую я купила 2 года назад. И которая меня просто восхищает своей красотой. Какая она красавица. И листья у нее красивые, и цветы у нее необычные такие. И форма необычная, и цвет у них такой, даже не фиолетовый, какой-то синий. Синий-фиолетовый. Очень-очень симпатично, очень мне нравится. И она уже хорошо так разрослась, что говорит нам о том, что можно ее брать, делить, рассаживать по всему моему участку. Потому что, во-первых, она явно его любит, а он ее. А во-вторых, она уже большая, и она пережила уже несколько зим, значит, все будет в порядке. Здесь лезет вьюнок. Вьюнок лезет везде, и это большая проблема, конечно же. А с этой стороны кишмиш. Ужас, просто сама смотрю, пугаюсь, что с этой стороны. Но на самом деле не все так плохо, потому что та-дам, половинку я все-таки обработала. Посадила вот туда еще один куст древовидной гортензии. Это ее мама, вот этот куст большой. Она дала подземные побеги, и, по сути, новый куст вырос рядом. Я его выкопала, отсадила. Пасконник, эта посадка несколько лет назад была сделана, но из-за астры, высокорослой осенней вот этой, пасконнику не хватало света ближе к осени, и он все никак не проявлял себя значительно, как бы так красиво. Вот, ну, раз я начала там все это перекапывать, убирала все, то астру я тоже разделила, посадила ее вот туда, на задний фон, чтобы по сконнику вот заходящее солнце тоже светило. Здесь ирис сибирский, там яблонька из косточки, семечки, которая в яблоке Даша нашла несколько лет назад, проросшие семена. Посадили их, и вот у меня 2 растения теперь растут. Но тоже нету им росту, потому что все тут забивалось то хмелем, то этой астрой. Вот хмель там, кстати, я копала-копала, да не весь выкопала у соседки. Я на соседке на стороне его не выкапывала. И он уже на эту яблоньку начал забираться. Срочно нужно принимать меры, конечно же. Здесь лилейник. Самшит начинает отрастать. Я вот смотрю на него и не знаю, когда мне его подстричь лучше. Сейчас лучше подстричь или попозже. Может быть, немножечко он побольше отрастет. Потому что если я прямо сейчас его подстригу, то практически он останется такого же размера, какой он есть. И этот, и вот этот, они будут прежнего размера. А я бы хотела, чтобы они были чуточек покрупнее. Поэтому, если вы разбираетесь в обрезке самшита, пишите в комментариях, когда мне его нужно резать. Ну и здесь все более-менее в порядке. И вот такая уже большая выросла ромашечка осенняя.
Помните, я вам весной показывала здесь живучку у входа, что она плохо очень зимует, ее нужно отсюда убирать. Вот те растения, которые хорошо перезимовали, смотрите, как они выстрелили прямо, вот я бы так сказала. Фейерверк устроили во все стороны, она выпустила побеги. И все вроде бы прекрасно и замечательно выглядит, но, к сожалению, вот снова весной все будет на поверхности. А здесь у меня гипсофила растет, и ее объела улитка. Просто бессовестно, страшно, беспринципно и нагло все объедено. Все. Все съедено. И такая же гипсофила, пересаженная на этой стороне. Вот как она должна была бы сейчас выглядеть. Тоже думаю, что теперь стоит делать. Куда-то ее нужно бы пересадить. В этом году здесь яблони цветут как-то снова слабо. И вообще выглядят они не очень довольными жизнью. Не знаю почему. Может, корни опять им объела крыса. А может быть, что-то еще. В общем, если пытаешься вырастить прекрасные растения в ужасных условиях, то будь готов к тому, что растения заразятся от условий, и будет все не так хорошо, как вам хотелось бы. Немножко я обрезала бузину, дала пространство, такое окно получается, продух, который немножко прикроет. Гортензия разрастется, и гортензии будет немножко больше света тоже. И стало хорошо видно площадку и домик, и вот ту клумбу, и пирамиду. И так получилась композиция, неплохая композиция выстроилась, да? То есть мы заходим и видим что-то там впереди интересное. На этом миксбордере где-то все хорошо, где-то все не очень хорошо. В целом растения самостоятельно справляются, вы видите, и разрастаются. Это все культурные растения, многолетники, мощные, высокие, которые сами с усами, как говорится. Но задний весь фон – это сныть, которая ползет на этот миксбордер, с которой мне нужно начать обязательно бороться. Иначе катастрофа меня ждет, все она здесь захватит, и будет все ужасно. Радует калина. Вот какая большая вот она выросла калина, наконец-то. Кто со мной давно, тот помнит даже, как я ее посадила, ее историю. И вот, наконец-то, она приобрела уже такие формы, о которых есть смысл говорить. В общем, как бы, как всегда, как все годы предыдущие, я вам говорила о том, что конец мая, начало июня, да и по сути весь июнь у меня сад зелененький. Зелененький он был, да? То есть очень мало цветущих растений. Такие небольшие, только яркие пятнышки из примулы зибальда, из живучки, из медуницы, которая до сих пор цветет. Очень красиво, кстати говоря, я вам сейчас покажу. А так это просто много-много зелени. Так получилось у меня подобрать растения, потому что условия участка, они не позволяют мне сильно разгуляться с всякими ирисами, розами, клематисами и так далее. То, что цветет в июне, то здесь не растет почему-то. Такая вот замечается связь. Ну, зато очень яркое пятно дают виолы, которые в магазине купила. Это что-то невероятное, кстати говоря. Вот это вот, светло-желтое, это же просто какая-то бомба. Какая она мощная, какая она красивая. Эти темненькие, они как-то не так, конечно, богато выглядят. Даже непонятно, как отщипнуть. Ну, вот этот самосев, кстати, тоже была покупная, великолепного цвета виола. Надала самосев. Самосев уже не такой великолепный. Она была вот такого размера тоже. И очень яркая. Красота. Да и только. Вот это да. Вот это бомба.
Вся в цветах крупных, красивых. Здорово. Мне очень нравится. И показываю вам валентинку. Вот отрастает моя красоточка. Отрастает. Пока еще оставила все пасынки, которые начали расти. Не могу определиться с тем, что конкретно мне нужно отрезать. Потому что все пасынки мне не нужны. Мне нужны только парочка лидеров. А все остальное нужно будет вырезать. Но пока еще время есть. И можно подождать, повыбирать. Пусть растение само определится, что же оно мне оставит в итоге. Теперь пойдемте смотреть основную клумбу. Часть моего сада. Противоположную, получается. У меня будет две противоположных стороны. Вот, посмотрите. Медуница еще цветет. Еще красавица неимоверная. Это уже я устала даже на нее смотреть. Сколько можно, говорю ей я. А она цветет и цветет, цветет и цветет. Красавица, медонос, пчелки постоянно, шмели на ней. Просто супер растение. Супер. И здесь хорошо цветет примула зибальда, потому что я ее рассадила, потому что ей больше питания, ей больше внимания было. И она лучше себя чувствует, явно. Здесь многолетнички. Начинают расти сорняки, начинают пробиваться вьюнок. От него никуда просто невозможно спрятаться. И все в целом неплохо. И почти все-все у меня здесь уже составлено в композиции, засажено. Только нужно поддерживать. И люпины в этом году у меня один куст. Вот огромный просто вот этот вот куст. Даже не знаю, каким цветом он будет цвести. Вроде бы должен быть белый или розовый. Вот рядом какой-то еще, не помню. 2 года не была на участке во время их цветения и забыла, какими они должны быть. И пересаженный клематис тут. Сейчас покажу. Явно чувствует себя хорошо. Попер расти. Дал много-много вот побегов. Ему тут веточек, палочек понаставила. И он стремится вверх. Такой довольный, красивый, хороший. Я думаю, что вот это место ему понравится. Здесь я все задернила под кустами. Скосила. Ну, в центре не скосишь, там же сныть. Там, где шифр вкопан, это граница моего участка, там дальше уже соседи. Здесь в прошлом году высаживала астру высокорослую. Сейчас она, конечно, выглядит маленькой, но уже через месяц она закроет соседский участок в шахматном порядке. Ее посадила. И до следующей весны она здесь будет хорошо все закрывать. Вот здесь тоже все у меня задернено. Крыжовник вот этот вот почти погиб, потому что здесь вода. Сразу же у поверхности стоит вода. И вот тот кустик красной смородины, он тоже весь был засохший. Я его обрезала. Надеюсь, что отрастет от корня что-то. Но если не отрастет, то заменим чем угодно. У нас добра этого хватает, что можно туда посадить. Здесь с этой стороны тоже все в порядке, все прекрасно. Я скосила траву, нужно ее сгрести. Горец — великолепное растение. Скоро он зацветет, и это будет очень-очень красиво. Я вижу, как много шишечек он набрал цветочных соцветий. Будет очень красиво. Уже и сейчас красиво, согласитесь. Уже и сейчас красиво, очень красиво. Настоящая красота природного сада. Сада в природном стиле. Здесь не должно быть вычурных, крупных, ярких растений. Вот этого уже вполне достаточно. Растение из природы. Он тут сам у меня разрастается, размножается. Я еще дополнительно его рассаживаю, потому что он мне очень нравится. Вот здесь я увеличила, когда раскапывала клумбу, получается, на полметра почти что. Можно еще что-то сюда посадить, чтобы травой не зарастало. И хочу показать боярышник.
я его обрезала и сделала его на штамбовой форме. Вот, видите, на штамбе будет растение, на штамбе. У него как раз тут хорошие такие скелетные ветки. Получается, 1, 2, 3, 4, 5 веточек. И будет здорово. В будущем большое красивое дерево с круглой кроной. Ну, такой округлой кроной и с одним стволиком. Потому что все буду вырезать все лишнее. И с этой стороны я начала работу. Я сделала большую работу. Несколько лет я сюда не заходила, ничего не делала. Но, к сожалению, не успела закончить. Хотя и обещала сделать это. И вам, и себе обещала сделать. Ну, не шмогла я, не шмогла. Потому что писала книжку. Есть оправдание этому. А осталось мне вот там по краю все перекопать, убрать и перекопать. Все сныть, убрать. Работа довольно тяжелая. Я здесь приблизительно 1 квадратный метр в час делаю. Я засекала время. Здесь просто все прополно, перекопано. И кое-что пересажено, подсажено. Например, вот этот люпин, он был съеден крысой или мышами. И корневище такое было. Маленькая, не очень красивенькая. Вот я его пересадила. Надеюсь, что выживет. Может быть, нужно было на другую сторону лучше посадить. Здесь рассадила часть примулы. И, в общем, тут очень много новых посадок на самом деле. Потому что я всегда так делаю. Перекапываю и сразу же что-то туда высаживаю. Чтобы это разрасталось и закрывало землю. Чтобы сорняки мне ничего тут не захватывали. И здесь появились поэтому и ирис вот сибирский, и астры осенние, и что-то даже еще, что я уже не помню, что там, ирис тоже растет. Вот так вот здесь все я перекопала до ручья. И ивы обрезала. Так, сейчас их, в общем-то, не очень хорошо видно. Они обрезанные. Попробовала, как планировала, как-то их согнуть, соединить друг с другом. Но ничего красивого у меня не получилось абсолютно, потому что они не на одинаковом расстоянии посажены. Сами они разного размера, поэтому пока оставила так, просто обрезала, чтобы они начали ветвиться. Пусть будет, наверное, так вот. Тоже нормально. Как вы думаете, пишите в комментариях. И еще вот появились, сейчас тут такая тень, плохо видно, появились новые туи вдоль забора, целых 5 штук сразу я посадила, тоже там все тщательно перекопала, убрала все корневища и их посадила. Надеюсь, что с ними будет все хорошо, потому что они были с очень большой оценкой. Одно растение стоило 3,50. 3 евро 50 центов. Это очень дешево. Первоначальная цена была 7 евро. Вот, поэтому они уже были такие подсохшие. Я выбрала самые сочные, посадила. Потому что вот эти туи, которым уже 3 года, наверное, 2-3 года, они вот прекрасно здесь себя чувствуют, очень хорошо выросли за это время. Хотя они были изначально тоже вот такими малышками. Ну, а так как туи посадила, то пришлось отодвинуть контейнер с розой. Я тут, вы не представляете, как я это делала в одиночку. Это был аттракцион. Я никогда в жизни так много не кряхтела. Но в итоге все равно все плохо получилось. Криво, конечно же, он стоит. И по-хорошему ему нужно прикрутить большие колеса и поставить уже на террасу и передвигать по террасе, тогда можно будет. Но это уже другая история, это нужно будет как-то, наверное, дождаться хотя бы, когда высохнет дно ящика, потому что под тяжестью своей собственной он вместе с кирпичами врос в землю. И очень сырое дно, поэтому там сложно будет что-то прикрутить. В общем, очень горжусь тем, что я хотя бы вот этот уголок смогла довести до ума, по сути.
потому что туи теперь будут обрамлять это все аккуратненько, подстригать буду до уровня вот этих туй. Небольшой такой будет заборчик аккуратненький, а не то, что было раньше. Алтей я выкопала, там был алтей лекарственный, вот он у меня теперь стоит, вот он. Нужно его куда-то пристроить, пересадить, но надо хорошенечко подумать, куда, потому что это гигантское растение, вырастает и потом создает проблемы другим растениям. Вот на этом прогулка по Алёниному саду заканчивается, и мы перемещаемся в Калиновку. Там, конечно, гораздо будет больше ярких красок. Надеюсь, что вам понравится. Сегодня суббота, очень хорошая погода, выходной день, поэтому снимать в тишине невозможно. Все наше садовое товарищество жужжит, гудит, скрипит, поэтому прицепила петличку. Надеюсь, что с помощью микрофона исправлю немножко ситуацию, потому что я тоже не могу ждать, когда они все наработаются, у меня тоже есть сроки. Я очень хочу снять для вас свои сады, показать их сегодня именно, чтобы в воскресенье вышло видео, вы порадовались и зарядились позитивом на следующую рабочую неделю. Цветет сейчас у нас и сирень, и яблони, поэтому в городе стоит очень приятный аромат. И здесь, в Калиновке, еще с прошлого видео стало пахнуть еще сильнее, потому что полностью расцвели несколько яблонь. Мои яблони, соседкины. И даже когда вот подходишь к калитке, сразу же чувствуешь этот безумный воздух, насыщенный ароматами. Невероятно вкусно, красиво. И вот в такую погоду, конечно же, хочется лежать на шезлонге и любоваться только лишь яблонями, смотреть, как работают насекомые, опыляют мои яблочки, и больше ничего не делать, ни о чем не думать. Согласитесь, у вас тоже наверняка есть такие желания нереализованные. И сейчас еще в самом разгаре цветения флокса шиловидного. Он, конечно, у меня не подстригался несколько лет с момента посадки. Так вот я все тяну его стрижку, все пропускаю момент, как обычно. Периодически буду выключаться, потому что из-за этого всего цветения пыльцы столько, что приходится чихать мне каждые 10 минут. Ой, таблетки от аллергии я нашла, но принимать их я буду только на ночь, потому что все-таки они не так хорошо влияют на мой организм, после них не так прекрасно я себя чувствую. По крайней мере, те, которые у меня сейчас есть, так влияют на меня. Ну, не будем о грустном. Флокс великолепный, шикарный флокс. И даже я вижу, расцвел тот малыш, новая покупка, который ни за что не хочет здесь у меня хорошо расти. Надо бы его черенковать, потому что отрастает новая здесь, я смотрю, неплохо. Ветка. Кстати, он куда-то пополз под розового, а розовый-то тут помощнее будет, и он не дает ему разрастаться, получается. Да, его нужно вообще отсадить отсюда в сторонку, тогда он будет разрастаться. А эта веточка, она погибла. Ай, колючий какой, где? Ну, сделаем обязательно. Вот эта плюшка меня восхищает, конечно. Это что-то невероятной красоты, согласитесь. Розовое облако – это профлокс шиловидный. И мне даже не выкопать уже несколько лет из его центра голландские ирисы. Вот они там так
и растут, и зимой торчат зелененькие, очень холодостойкие растения, между прочим. И не знаю, цветут или нет, в прошлом году уезжала, в позапрошлом году уезжала, и момент цветения я пропускала. Красота! И даже белый флокс, который в обычном нецветущем состоянии ничего особенного из себя не представляет, в цветущем состоянии превращается в сказочное, прекрасное растение, как будто пена, как будто молоко, как будто взбитые сливки. Как мне захотелось взбитых сливок. Очень сильно я голодная. И флокс напоминает мне что-то очень и очень вкусненькое сегодня. Можно очень красивые композиции создавать с этим флоксом. Он почвопокровный, он не дает расти сорнякам, это проверено. И он еще и очень вкусно, кстати, пахнет. От него прямо сейчас волна медового запаха пошла. Но понюхать очень сложно. Нужно упасть и лечь лицом прямо в сиреневую плюшечку или в белую, на ваш выбор. Ай, какой же он прекрасный. Некоторые тюльпаны до сих пор держатся, не осыпаются. Пионовидные, они цветут подольше, как я заметила, других сортов. Ну, кроме, конечно, позднецветущих непосредственно сортов. И здесь у меня зацветают, я покажу еще, тюльпанчики я вам еще покажу, которые зацвели только. И здесь у меня ирисы, обычные очень ирисы сибирские, я не знаю видового названия, напишу на экране. Мама там на родине очень распространен этот вид в качестве декоративного, только он там побольше вырастает почему-то, чем у меня. У меня он такой довольно карликовый все время. Очень вкусно пахнет. И я смотрю, улитки его тут объели конкретно. Да ему тут влаги не хватает. Здесь вот еще у меня карликовый желтенький ирис. Он даже в этом году как-то и цвести не собирается. И посмотрите, как отлично сочетается ирис фиолетовый с корнсалатом цветущим, который здесь самосеялся. Я не стала ничего убирать, потому что я знала, как он цветет, я знала, как это будет симпатично выглядеть. Без вообще моих усилий, без моего труда. Сам насеялся, сам вырос, перезимовал, зацвел. И мне нужно будет только успеть собрать семена, которые я не успела собрать в прошлом году, для того, чтобы он тут не устроил просто мне экологическую катастрофу своим самосевом. И здесь я вижу, ирис набрал бутон. И я не помню, какой же это ирис, какой сорт и когда я его сюда посадила. Но у меня есть подозрение, что это пурпурное утро латвийской селекции. У селекционера непосредственно автора я покупала этот сорт. Он розового цвета. Очень красивый. Я надеюсь, что это он. Он у меня несколько лет в Алёнином саду мучился на моем торфе влажном. И никак не хотел разрастаться и цвести. И уже там остаточек такой полудохленький оставался. Я его пересадила в последний момент, успела в калиновку. По-моему, это он. Потому что почему бы я его тогда вот так отдельно посадила? Ведь все остальные ирисы у меня вот там растут. Тоже набрали бутоны. Хорошо разрослись. Так они за эти 2 года потрясающе. Чудесно разрослись и явно очень хорошо себя чувствуют они здесь. Вот такая разница. То есть один вид ириса хочет немножко больше влаги, другой хочет сухости. И вот бородатые ирисы берите на заметку. Если у вас очень сухой участок, используйте ирисы. Они будут прекрасно себя чувствовать и никакого ухода даже и полива для них не нужно. Цветут они, конечно,
короткий период, но листья декоративные весь сезон. Вот такие красивые мечи сизо-зеленые. А здесь пион, который ни в какую не хочет нормально мне цвести. Это старый, не пересаженный. И в августе его нужно выкопать, поделить. И посмотреть вообще, в каком состоянии корневища у него. И пересадить. Потому что вот этот рядом пион, это уже из Алёниного сада пересадки. Молодые корневища. Вот сколько у него бутончиков. Тоже видно по листикам, что им не хватает влаги. Но поливать это все я, конечно, уже не буду. Вот еще один. Здесь тюльпанчики. Флоксы. Ромашка набирает цвет. Вот еще один, в принципе, с бутонами, по которым видно, что если я их не полью, то цвести он не будет. И вот еще один, который тоже себя плохо ведет, не цветет. Это пересадка. Здесь он и был в Калиновке. Я его пересаживала, я поделила ему корневище. В общем, все сделала по правилам. Он должен был омолодиться и начать прекрасно расти, но он не начал. Поэтому все эти растения, они вообще под вопросом у меня находятся. Будут ли они здесь продолжать свое существование или нет. Зависит от их поведения. И эта пересадка тоже из Алёниного сада, но ничего нет. Ничего нет. Я не вижу ничего. Уже 2 года. Вроде чего-то он пытался сделать, но не получилось. Но есть здесь причина еще одна. Это тень. Что с обеда здесь уже становится темно до конца. То есть полдня только освещение. И вот какие позднецветущие красавчики. Очень-очень красивые. Камера не сможет передать этого цвета. Малиновый, потрясающий цвет. Игольчатые, однотонные, малиновые. Это от дедушки остатки, прежнего хозяина. Ничего об этих тюльпанах мне не известно, кроме того, что они прекрасные, устойчивые, из года в год здесь цветут, но не очень-то разрастаются. И они очень поздние. Завораживающее зрелище. Эти иголочки, они такие жесткие. Они не мягкие, пушистые, а жесткие, статичные. Вот, если хотите, то можете продлить цветение тюльпанов до середины июня, между прочим. Ну и от пышности клумбы с тюльпанами вообще ничего не осталось. Вот так вот они грустно выглядят после цветения. Единственное, что хочу показать, вот 2 более поздних сорта цветут. Такой красивенький лилицветный с красненькой каемочкой, бело-желтые лепесточки. Желтая серединка, кто-то там спрятался. Такой нежный, красивый сорт. И бело-розово-красный, так можно его назвать. Вот такая у него внутренность. Серые пыльники. И крапчатость на лепестках. Это не вирус, это сорт. И мне дарила его моя подруга из Берлина. Поздний очень. Не потерялся, к счастью. Даже есть несколько луковиц такого цвета. И впервые у меня прекрасно цветет клематис, который вообще ни разу не цвел. И вообще очень плохо себя чувствовал. 3-й год он уже в этом контейнере растет. И в этом году выдал отличный результат, без полива, без ухода, зимовка в контейнере, без укрытия, вообще все без. Ну, надо сказать, что это такой простой клематис, которых называют княжиками. Я думала, честно говоря, что будет как-то побольше лепестков, или что вот эти вот как-то они раскроются, более такой махровый цветочек у него будет. Ничего этого не произошло, к сожалению. Вот такой вот он простой. Таким простым, так сказать, и остался. Но я очень рада и такому, потому что с клематисами мне так не очень хорошие отношения пока что складываются.
Но я не волшебник, я только учусь. Зато у меня есть лук пскемский, который мало у кого из вас есть, я уверена. Такой вот красивый простачок, ранневесенний. Цветущие розы еще не цветут, еще далеко до роз. И если вы любитель таких классических английско-французских садов, то клематисы очень вас выручат в этот период. Они будут цвести. Да, кстати, вот роза. Это все-таки, да, фламентанс. Я говорила в прошлый раз, когда говорила про розу, что это не фламентанс. И я просто запомнила, на самом деле, оказывается, название, но думала, что это неправильное название. Нет, на самом деле, это фламентанс, это роза красная, неприхотливая, прекрасное создание. Я ее пересадила из контейнера, обрезала ей половину корневой системы, и она прекрасно возобновила свой рост, очень симпатично смотрится. И есть новости в моем алярии. Расцвел первый представитель рода алюм или лук. Вот этот вот фиолетовый красавчик, по-моему, называется Purple Sensation. В этом году первым, обычно лук Суворова был первым, в этом году он, что неожиданно для меня. И еще вот этот сфероцефалон, по-моему, называется. Но он в этом году какой-то... Видно, не хватает ему водички. Надо было бы его полить. Но водички не хватает и другим важным, более важным растениям. Поэтому я экономлю. И по плану у меня в этом году убрать отсюда мяту. Вот здесь у меня растет несколько сортов мяты. Нужно будет это все выкопать, перенести в другое место. Не потому, что мята разрастается, мешает, а потому, что она вырастает очень высокая и начинает мешать белой смородине. Вот этому кусту белой смородины мешает мята. Кусту надо дать возможность разрастись, а она его угнетает. Да, конечно, сорняков здесь выросло неимоверное количество. Прошлой осенью я здесь все сидела, перекапывала тщательно, убирала все корневища многолетников. Поэтому сейчас здесь просто однолетники, лебеда, я смотрю, в основном откуда-то насеялась. И, в принципе, это все легко пропалывается, главное время. А дальше же я вот обожаю вот так вот делать. Это прям такой релакс для меня, такое удовольствие сидеть, выдергивать травку. Вот, но это долго, поэтому нужно будет использовать садовую петлю, конечно же, полольничек, и все это быстренько-быстренько прошерстить. Убрать все лишнее в такую погоду, в такую сушь и солнце. Они быстро засохнут, и все. А здесь у меня лук Суворова, и его, оказывается, ревень заглушил. Ой, надо убрать его. Вот какой толстенный и огроменный черешок у ревеня, который мешает луку. Но, может быть, он замерз просто. Может быть, замерз. Я подозревала, что он подмерз. А может быть, ослаб после пересадки. Но это маловероятно, конечно. Только осенью его сюда пересадила. И, кстати, со спаржей все-таки не все в порядке. Вот показался один росточек. Но он какой-то сухой, гнилой. И он не стал расти. Он замерз, видимо. И надо все это выкопать, посмотреть, что там с корнями у нее, что вообще случилось. А нет, вот, тут живой растет один. Почка есть. Я думаю, что она подмерзла и поэтому притормозила. Надо будет ее отсюда убирать, пересаживать. Здесь ей вообще никак не нравится. Не ее место абсолютно. И да, вот эта вот работа ближайшие дни мне нужно прополоть
И пока видны листья лука, мускариков, нужно высадить сюда лунарию, которая самосевом взошла, чтобы не повредить луковицы. И лунария на следующий год здесь создаст просто феерию. Невероятное будет зрелище, я вас предупреждаю, так что подписывайтесь на мой канал, если хотите это увидеть. И обязательно посмотрите в следующем году видео в конце мая, потому что будут цвести высокие головки луков, а до середины их высоты будет феерическое зрелище из лунарии. И они будут приблизительно одинакового оттенка, и это будет прекрасно. Но хорошо языком ворочить, а вот делать это все, работать, пересаживать и пропалывать, это уже гораздо сложнее. Так, не сняла для вас лук пскемский, и он набирает цветонос, но почему-то такой странный у него здесь перетяжка какая-то, как будто у него грибковое заболевание начинается. Ну, это будет жаль, конечно. Ну вот, жив, здоров, как коров. Интересный очень лук. Это просто вид, дикий вид лука. Кстати, плохо видно, но на этом кустике будут наконец-то первые ягодки крыжовника. Большие. Уже сейчас они такие крупненькие. Мы ни разу еще его не ели, но ухаживала я за ним лучше всех. Просто лучше всех. И навоза ему, и минеральных удобрений, и обрезка, и мульчирование. Чего я только с ним не делала. Вырос огромный куст за 2 года всего лишь. 2 года прошло от посадки маленьким саженцем. Вот что я смогла с ним сотворить. И жду, конечно же, теперь ответа. Муж у меня очень любит крыжовник, наверное, поэтому я так сильно расстаралась. И я надеюсь, что вы не забыли поставить лайки этому видео, подписались на канал Аленин сад, потому что здесь уже очень много всего интересного, а впереди будет еще интереснее. И я желаю вам всего самого наилучшего, и чтобы погода радовала, жизнь была прекрасной и удивительной. Увидимся уже очень скоро в новом видео на канале Аленин сад.